Я разрабатываю план ограбления. Рассказываю, как войти. Рассказываю, как выйти. Все, что между вашей работой. Если вы в деле, пути назад нет. Ух, надеюсь, ты свое дело знаешь. У тебя проблема. Алехандро погиб. Тебя подставили, Ник. Сворачиваемся. Отец Алехандро устроил на тебя охоту. Он глава крупного наркокартеля, и он очень опасен. Я лишь хочу, чтобы было кому позаботиться о моей дочери. Она тусит с раздолбаями и занимается черти чем. Надо поговорить, Ник. Я думал, мы уже разговариваем. Кому еще ты продал план? Никому. Ты должен хоть что-то знать, и имя, номер. Съезжу за твоей дочуркой, привезу ее сюда. Может, тогда что-нибудь вспомнишь? Кейт в опасности. Где она? Кейт, все нормально. Собирайся быстрее, они уже близко. Кто уже близко? Те, кто хочет меня убить. Переждем здесь, тут неплохо. Отстой. Завтра утром проснешься, увидишь, что дырок от пуль в тебе нет, и, может быть, сменишь гнев на милость. Мафия открыла охоту. Я тебя живьем закопаю. А потом то же самое проделаю с твоей дочерью. Копы подставили. Никто не знает, что мы в этом замешаны. Кроме Ника Бэру. Это вы? Вы верите всему, что написано? Спасайся бегством! На тебя охотятся вооруженные мужики, и ты решил, что сейчас самое время меня найти? Смотри над прицелом. Молодец. Мне нужно с тобой поговорить. О чем? О твоей жуткой стрижке? У меня дочь подросток. Не говори ничего, что ее бесит. Да ее все бесит. Тебе сколько лет, милая? 16, придурок. Когда такими словами бросаются, сразу видно, что воспитание ни к черту. Винс Вон, Хейли Стайнфелд. До утра не доживет. Ник! Билл Пэкстон, Джон Фавро, Кейт. Не совсем, дорогой. Ник, теперь слушай меня очень внимательно. Нет, это ты меня слушай. Я тебе жизнь спасла. Хоть бы спасибо сказал. Срок жизни. Кофе? Кофеин вреден для здоровья. Вооруженные киллеры вредны для здоровья. Кофеин можно пережить.